Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня продолжаем беседовать с писательницей Олесей Николаевой. Заниматься творчеством она стала еще в детстве. Олеся Николаева пишет стихи с 7 лет, прозу с 15, а печатается как поэт с 1972 года. Автор 10 поэтических сборников, нескольких романов, повестей и сборников рассказов, эссе на церковные и богословские темы. Читатели хорошо знают ее произведения, а потому на одной из творческих встреч, прошедших в Екатеринбурге, собравшимся было интересно узнать у писательницы, может ли христианская литература укреплять людей в вере, и ее ли задача укреплять и воцерковлять человека. Это такой вопрос сложный, с одной стороны, а с другой стороны, вот все-таки я, как сказать, экзистенциалист, то есть я черпаю многие познания из течения своей собственной жизни, из того, что я вижу. И я считаю, что сама жизнь чрезвычайно поучительна. Если подобрать к ней ключ и ее читать именно вот в таком литературном, притчевом ключе, то можно найти вопросы, ответы практически на все вопросы, которые мы действительно задаем Творцу. И я сама пришла к христианству, я пришла именно вот этим литературным путем, через искусство. Сначала это были картины и иконы, которые я увидела в 7 лет в Питере. Мой папа поехал в командировку, в Ленинград тогда еще, и взял меня с собой. Я училась в первом классе. Я помню, это были зимние каникулы, была зима, и он меня повел в Исаакиевский собор, в Русский музей, в Эрмитаж, в Казанский собор, который тогда был музеем. И он мне пояснял, что там вообще изображено. Еще я помню, что мы только подошли к Исаакиевскому собору, и он уже мне там избиение младенцев над входом. И вот он мне как стал это все рассказывать, и на меня это такое произвело впечатление сильнейшее, потому что это, конечно, это не может, мне кажется, оставить человека равнодушным. Я была под таким впечатлением огромным. Во-первых, я, конечно, у меня даже не было сомнений, что все это именно так и было. Вот, у меня не было никаких колебаний, что это какие-нибудь там сказочки или там что-то такое, какой-то вымысел. Я очень глубоко это пережила. Наверное, можно сказать, что литературным путем пришел к Богу и архимандрит Тихон Шевкунов. В предисловии к книге «Не святые святые» батюшка пишет: «К вере я, как и многие мои друзья, пришел в институте. Во ВГИКе было немало прекрасных преподавателей. Они давали нам серьезное гуманитарное образование, заставляли задуматься над главными вопросами жизни. Обсуждая эти вечные вопросы, события прошлых веков, проблемы наших 70-х, 80-х годов, мы пришли к твердому убеждению, что государство нас обманывает, навязывая не только свои грубые и нелепые трактовки истории и политики. Мы очень хорошо поняли, что по чьему-то могущественному указанию сделано все, чтобы отнять у нас даже возможность самим разобраться в вопросе о Боге и Церкви. Постепенно мы с удивлением обнаружили, что все великие деятели мировой и русской истории, с которыми мы духовно познакомились во время учебы, кому мы доверяли, кого любили и уважали, мыслили о Боге совершенно по-другому. Проще сказать, оказались людьми верующими. Достоевский, Кант, Пушкин, Толстой, Гёте, Паскаль, Гегель, Лосев – всех не перечислишь, не говоря уже об ученых – Ньютоне, Планке, Линнее, Менделееве. О них мы в силу гуманитарного образования знали меньше, но и здесь картина складывалась та же. Хотя, конечно, восприятие этими людьми Бога могло быть различным, но, как бы то ни было, для большинства из них вопрос веры был самым главным, хотя и наиболее сложным в жизни. А вот персонажи, не вызывавшие у нас никаких симпатий, с кем ассоциировалось все самое зловещее и отталкивающее в судьбе России и в мировой истории – Маркс, Ленин, Троцкий, Гитлер, руководители нашего атеистического государства, разрушители-революционеры – все как один были атеистами. И тогда перед нами встал еще один вопрос, сформулированный жизнью грубо, но определенно –
Или Пушкин, Достоевский и Ньютоны оказались столь примитивными и недалекими, что так и не смогли разобраться в этой проблеме и попросту были дураками? Или же все же дураки мы? Все это давало серьезную пищу для наших молодых умов. В те годы в нашей обширной институтской библиотеке не было даже Библии, не говоря уж о творениях церковных и религиозных писателей. Нам приходилось выискивать сведения о вере по крупицам из первоисточников то в учебниках по атеизму, то в произведениях философов. Огромное влияние оказала на нас великая русская литература. Когда начинаешь читать русскую литературу, то она несет такие смыслы живые и смыслы христианские, что, безусловно, она просвещает человека. И я думаю, что вот я пришла через искусство и через литературу. Конечно, прежде всего, через Достоевского. Причем Достоевского не только тогда, когда он толкует там о покаянии, там в случае Раскольникова, да, вот. Но и в каких-то таких косвенных вещах, которые, конечно, у него очень пронзительные. И я помню, что вот очень на меня произвело сильное впечатление. Я тоже рано стала читать. Тоже, это я помню, что это вот 8 класс был. Читала я «Братьев Карамазовых» и «Идиота». И вот в «Братьях Карамазовых» есть такое место, когда уже за Митей Карамазовым вот-вот должны приехать его взять в мокром. И ему видится какой-то такой сбивчивый сон. Вот. Ему видится его как бы грядущее страдание в образе бедной женщины какой-то идет в рубище по холодной дороге, дождливой. Вот этот такой русский пейзаж, какой он бывает обычно осенью, серый, неприглядный. Идет эта бедная женщина, и у нее на руках ребенок, завернутый в тряпицу. И Митя Карамазов, он начинает во сне, он страдает за этого ребенка. «Зачем дитё бедно?» – он спрашивает. И вот все его пробуждение, когда вот его, значит, уже хватают, пытают, там, унижают, вот, заставляют его снять носки. Вот. И Достоевский совершенно дивно это, очень достоверно это описывает. Вот, он понимает, что он должен принять это страдание, и будучи, будучи невинным в отношении убийства своего отца, де-факто он его не убивал, но поскольку он в мыслях у него что-то такое было, и жил он недостойно, то он должен пострадать вот за это бедное дитя. И знаете, это вот такая вот глубокая, исключительно христианская мысль. И, конечно, когда человек ее читает, это мысль не от мира сего. И вот таких неотмирных идей у Достоевского очень много. Философ Николай Бердяев говорил о великом Достоевском так. «Достоевский имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более, чем кто-либо из писателей и мыслителей. Я всегда делил людей на людей Достоевского и людей, чуждых его духу. Очень ранняя направленность моего сознания на философские вопросы была связана проклятыми вопросами Достоевского. Каждый раз, когда я перечитывал Достоевского, он открывался мне все с новых и новых сторон. В юности с пронизывающей остротой запала в мою душу тема легенды о великом инквизиторе. Мое первое обращение ко Христу было обращением к образу Христа в легенде. Самое поразительное, что человек может питаться от этих идей в сущности всю жизнь. Он получает какие-то ключи к пониманию смысла жизни из русской литературы. Поэтому я считаю, что, конечно, русская литература, причем безотносительно того, говорится там о там, каком-нибудь священнике, вон как в «Братьях Карамазовых», там есть все-таки главы про Зосиму, там Алеша Карамазов. А вот, скажем, в «Преступлении и наказании» вся эта христианская мысль представлена блудницей Соней.
Да? Вот такой вот парадокс. Вот, безотносительно этого. Или, например, в «Капитанской дочке» мы тоже нигде не видим, чтобы там Петруша Гринёв ходил бы где-то там, причащался, да? Но мы знаем, что это вот что это настоящий христианин. Это наш православный вот человек, Петруша, это наш. Спасибо за помощь. Савельич, дай ему полтину на водку. За что это? За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору? Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать. Хорошо. Если не хочешь дать ему полтину, достань что-нибудь из моего платья. Дай ему заячий тулуп. Да, помилуй батюшка Петр Андреевич, он же его пропьет, собака, в первом же кабаке. А это, старинушка, не твоя печаль. Пропью я его или не пропью. Его благородие жалует мне шубу со своего плеча. На то его барская воля. А твое, холопье, дело не спорить, а слушаться. Бога-то не боишься, разбойник. Ты видишь, что дитя совсем еще не смыслит. А ты и рад его обобрать, просто ты его ради. Прошу не умничать. Ой. О, Господи, владыка, совсем новешенькая. Спасибо, ваше благородие. Да наградит вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей. Русская литература чрезвычайно питает душу и сердце. Мало того, оно, понимаете, наше сердце очень переменчиво. И если вы посмотрите в Священном Писании, какие эпитеты прилагаются к слову «сердце», вы увидите там огромное количество, огромный реестр этих определений. Что бывает сердце плотяное, бывает сердце от слова плоть, бывает сердце ожесточенное, вот, бывает жестокое сердце. Вот. И мы недаром просим, чтобы Господь создал, дал нам чистое сердце. Сердце чисто созижди во мне, Боже. Да? Вот. И вот русская литература, она именно делает вот такой спасительный укол в человеческое сердце, не давая ему замереть и умереть, потому что смерть сердца очень страшное дело. Потому что если сердце мертво, оно не способно никого полюбить. В последнее время я же преподаю в литературном институте имени Горького уже 24 года. Вот, то есть каждые 4 года ко мне приходят новые студенты. Это молодые люди, которые пишут что-то, в основном стихи. Вот. И у нас такие с ними происходят собеседования. Мы обсуждаем их стихи, говорим о поэзии, вообще о литературе, о проблеме восприятия. Ну и поскольку предметом литературы является человек, то мы, безусловно, говорим о человеке. И я вот вижу, как стремительно меняется вот это представление о человеке в современном обществе. Я вижу, как Мир становится очень холодным, очень бесприютным. Человек атомизируется, человек страдает, он замыкается в себе, он становится таким аутичным. И вот происходит вот такая вещь, что в этом мире жить больно, больно. И для того, чтобы защититься от этой боли и от этого страдания, вот эти молодые люди, по преимуществу, они надевают на себя вот такую маску, вот такого безразличия.
маску цинизма, маску скепсиса, иронии, и вот у них это называется пофигизм, да, что им вот все это абсолютно, им на все наплевать, и все в равном достоинстве ничтожно, все предстает в равном ничтожестве. Потому что если ты себя вот так настроишь, что ничего, ни за что не нужно болеть, ничего в этом мире не стоит, чтобы из-за этого страдать, вот, и любовь причиняет страдания. Поэтому, значит, нужно на все смотреть с глумливой улыбкой. И тогда ты не будешь ничем уязвлен. Потому что ты равно все презираешь. Вот. И вот такая вот установка. И знаете, что получается? Вот они отучаются любить, они боятся любить, потому что любовь означает уже не свободу. Если мы кого-то любим, значит, мы этому человеку в жертву приносим какую-то часть своей свободы. Мы этому человеку жертвуем какими-то своими, я не знаю, интересами, удобствами, да, пожеланиями, какой-то частью своей души. Мы отдаем часть себя этому человеку, свое сердце отдаем. Мы, конечно, уже не вполне свободны, мы уже зависимы, да. Вот. И они предпочитают вот, ну, лучше никого не любить. А из-за того, что они сами никого не любят, они не могут поверить даже в то, что их кто-то может полюбить. Потому что здесь уже срабатывает закон вот такой психологической проекции. Понимаете, если я вру, то я обязательно буду подозревать всех остальных, что они тоже врут. Я буду проецировать свою возможность соврать на других людей, я не буду им верить. Так же точно, если я никого не люблю, я никогда не поверю, что кто-то может меня полюбить. Поэтому вот они живут, никого не любят, не верят, что их кто-то любит, а может быть и никто их не любит, и они страдают от отсутствия любви, понимаете? И вот это вот такая вот абсолютно, тотально невротичная ситуация. Так вот русская литература, к чему я это говорю, что русская литература вот делает вот этот спасительный, болезненный и целительный укол в сердце человека, проверяя его на чувствительность. Вот. Поэтому я считаю, что в русской литературе, в русской поэзии заключены некие целительные токи. В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» есть такие строки. Влюбленные, безумцы и поэты сотворены из собственных фантазий. Безумец видит демонов повсюду. Влюбленный в ослеплении своем красу Елены зрит в цыганке смуглой. Поэта взор, блуждая, переходит с небес на землю и опять на небо. А столетия спустя классик русской поэзии Василий Андреевич Жуковский сказал: «Поэзия – религии сестра земная». Настоящая поэзия душе несет радость. Я думаю, что по этому ощущению волнения и радости все равно радость, даже если это, знаете, скорбь, которая оборачивается в радость, даже если это какое-то трагическое стихотворение, все равно происходит внутри какой-то катарсис, и ты выносишь радость этой гармонии. Вот. И я думаю, что вот в конечном счете это чувство радостного волнения. Иногда это непонятно, почему происходит. Что на тебя такое оказало влияние? Вот, какие-то есть строки, с которыми ты ходишь и их повторяешь, и что-то вот в душе преображается. Преображается душа, и когда читаешь мысли великих, рассыпанные в записных книжках, дневниках, письмах. Чехов. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайте же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Вот я, например, помню очень хорошо, мне было лет 13,
Да, я учил, мне было 13 лет. И у моих родителей на полке стояла маленькая книжка Пастернака. Вот библиотека поэта, только не вот большая, не синяя, а маленькая. Такая еще была малая серия библиотеки поэта. И там очень мелким шрифтом были набраны стихи. Я так открыла, это был ранний Пастернак. И там стихи его ранние совсем, там Петербург, даже не февраль, а Петербург, Варфоломеева ночь. Я помню, что я прочитала, и для меня это было открытие мира. Это так меня взволновало, это вдруг какой-то мне открыло такой мир чудный, и неизвестный. И это радостное пение души. Да, вот поэзия. Достоевский в 8 классе, Пастернак в 13 лет. У Олеси Николаевой были очень хорошие учителя. К тому же отец будущей писательницы тоже был поэтом, что не могло не сыграть своей роли. Сердце предатель, сердце всадник и странник, сердце охотник в засаде и зверь в загоне. Сердце – старый дичок, бубнящий под нос помянник, и чародей на троне, и ростовщик, шулер, рабовладелец, и фарисей, и смертник, и смерд, бузящий в плацкарте, но апаче – молчальник, печальник, и погорелец, и второгодник – на самой последней парте, сквозь все его перебои и перестуки, сквозь кожаные мешочки его и платья, только одно и поймешь, как не раскинешь руки, получается крест, и распятый распахивает объятия. Это, знаете, меня как-то раз вот поразило это, когда я ходила в церковь около метро Рижская, это церковь Знамения Божьей Матери, и там было распятие, перевезенное туда из Гефсиманского скита. И, и я все время, много лет видела это распятие, на нем распятого Христа. А потом произошло такое вот, совершенно чудесная вещь. Ну, можно это там считать, что это совпадение, но это вообще невероятно, что так все совпало. Когда моего мужа рукополагали в дьяконы в этом же храме, в общем, никто это не подстраивал, на Трифона Мученика, которому мы всегда молились, именно где мощи Трифона Мученика, как раз в этом тоже храме Знамени Божьей Матери. Вот. И это было очень такое радостное явление. И, конечно, чудесно, что это было вот в этом храме все происходило, в который мы ходили много лет с детьми. И вот когда его рукополагали в дьяконы, я вдруг, как будто я какой-то, что ли, почувствовала щекой взгляд. Я повернула голову, и там стояло это Гефсиманское распятие. И вдруг я увидела первый раз, не как крест, это распятие, а как объятие. Вы знаете, это удивительно совершенно, как Христовое объятие. Это меня так поразило, но это очень такой внутренний личный опыт. Потому что да, это крест, но в этом случае это были распахнутые на кресте объятия. Вот. Вера питает творчество. Творчество дышит верой. Творчество живит веру. Вдохновение, чудо, таинственность, радость, свобода, страдание, служение, любовь – это их общий удел. А иссякают источники творчества, и оскудевает вера. Охладевает вера, и тяжелеет душа. Глохнет, немеет, слепнет, околевает в потемках уныние, говорит Олеся Николаева.
О завершении нашей встречи с этой удивительной, яркой, индивидуальной поэтессой и очень интересным человеком необычный совет. Вы знаете, когда вас одолевает уныние, которое называется модным словом депрессия, а депрессия сейчас охватила уже половину мира, и говорят, что это такая пандемия, какая человечеству еще не снилась, потому что эта болезнь заразная. Если вы будете общаться с человеком унывающим, он вас заразит своим унынием. Вот понимаете, потому что это определенного вида вот такая вот негативная энергия, которая на вас изливается от этого человека. И просто от этого нужно как-то, не знаю, переламывать это, уходить от этого. Вот. Так вот, если вот, не дай бог, вот какая-то вот такая вот, какое-то недовольство жизнью вас коснулось, какой-то ропот, вы встаете, и вместо того, чтобы начинать день с того, чтобы сказать «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Ты говоришь, там как все плохо. Вот попробуйте, это я перевожу вот чисто на язык светской литературы. Попробуйте так вот встать, потому что стихи надо читать стоя. Вот, вот чтобы у вас все мышцы ваши расправились, и вы обратились вот куда-то в пространство. И попробуйте так прочитать «Мороз и солнце. День чудесный». И прочитайте. И вот когда у вас там пойдет, там есть такой переход, как вечер, ты помнишь, не, вьюга злилась, на черном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела, все вниз. А теперь, а нынче, погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и лес сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вот вы это прочитайте, вот как сказать, на разрыв АУ, вот, вот чтобы у вас там все открылось, и вы увидите, что ваше настроение переменится, потому что что-то есть в русском слове такое мистическое. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.